Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня 14 октября 2021 год. Я нахожусь в парке Боевой Славы. Сегодня День защитника и защитниц. И люди приходят на это место, возлагают цветы у памятника защитникам Родины. Да, наверное, туда пошли. Запалю труху. Пошел покурим. Раненые под Сталинградом страшно тяжелые были. Один раз меня останавливают две медсестры и говорят: комсорг, выручай. Я говорю: что такое? Поступил лейтенант, плачет, не дает перевязываться, не ест. Может, вы и ни с кем не хочет разговаривать. Может, вы его разговорите. Я пришла к нему. Я что подчеркиваю, что в войну искусство не умирало. Все поэты, писатели, артисты, все для фронта тоже делали. И вот я к нему подхожу, и я, конечно, нашла с ним общий язык. А простите, пожалуйста, можно спросить? Сейчас доскажу, только минуту. И его накормила, его перевязала его и притащила ему патефон. Это такой был инструмент музыкальный. И, но не спросила фамилии. А вы можете вот в одном предложении, что для вас вообще этот праздник вот сейчас означает? Сколько это, времени прошло? Это для меня праздник, который говорит за то, что весь мир должен крепить мир. Все люди должны крепить мир. Нет ничего хуже войны. И в тылу, и на фронте, и в фронтовой области. И даже те, кто развязали войну, и то их люди плохо живут во время войны. Поэтому для меня очень больно. И я ночью просыпаюсь первый раз от того, что я на войне, или я стихи рассказываю, или я молитвы читаю. Вот так вот этого. Еще последний вопрос. Сейчас продолжается война, в Украине такие события. Скажите, пожалуйста, что хочется пожелать нашим героям, которые сейчас... Я хочу вот что сказать. Эта война, я в политику не вмешиваюсь. Это наше дело бабе, как раненые говорили, пожелания как ходят мужики. Пожалуйста, пожелания. Да. Так вот, я желаю, чтобы украинская молодежь не гибла. Надо найти общий язык этим двум президентам, России и Украины. Что это за безобразие? Умные, образованные люди идут по пути истребления людей. Снимайте, снимайте. Истребление же нации идет. Молодых мужчин побьют, откуда будут рождаться дети в Украине. Да. Поэтому эту войну надо во что бы то ни стало. Я не знаю как, но ее надо приостановить. Наши люди не гибли. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. И давайте в честь Александры Семеновны Стрельчук, ей будет 100 лет скоро. Она прекрасно поет.
читает стихи Константина Симонова. Не скоро, а через 2 месяца уже. Давайте все подхватим песню, которую все знают. Давайте запишите, пожалуйста, песню. Запишите песню. Да. Через горы, реки и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. А путь дорожка фронтовая, не сошла нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлин, между прочим, был друзья нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шатер. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным шатким лицам эта песня вроде бы вдомек. Мы не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых железных дорог, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Много дел. Спасибо. Всем доброго здоровья. Сегодня у нас также отмечается День города. Всегда этот праздник отмечается первую субботу месяца, но в этом году перенесли на 14 октября. К сожалению, все мероприятия, и в том числе ярмарка, отменены из-за карантинных ограничений, из-за ковида. Ну, друзья мои, сегодня же праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День казачества. Для казаков это особенный праздник, потому как Божья Матерь считается заступницей и покровительницей. Поэтому всех казаков поздравляю с праздником. Всех тех людей, которые отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Всем вам мира, добра, любви, терпения и удачи. Ну, вот такой у нас сегодня день. Обычно на Покров теплый день. Сегодня у нас прохладно. Я не знаю, градусов 13, может быть. Поэтому недаром, скажем так, гласит народное поверье, что конец хороводам, а начало посиделкам. Поэтому в такую погоду, конечно же, уже не сильно хочется как бы гулять. Хочется находиться в тепле. Не, гулять как бы хочется, но когда прохладно, сыро, знаете, всем хочется тепла и уюта. Друзья мои, желаю вам хорошего настроения. И всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.